Часто ми говоримо про те, що нам не вистачає годин у добі, але коли на наш телефон приходить екрани часто, виявляється, що половину дня ми просто сидимо в телефоні. І це не якась ділова переписка. Як використовувати свій час правильно, як боротися зі своїм небажанням. Про це все ми поговоримо сьогодні. Зі мною Ігор Фастенко. Привіт, Ігор! А, перше запитання. У всіх людей є однакова кількість часу в дні, але хтось використовує свій час, щоб досягати своїх якихось мрій, цілей, а хтось просто сидить весь день на дивані і нічого не робить. Чому ми так різно стосуємося до часу і використовуємо свій час зовсім по різному? <зас> Мені здається, що на цей випробува немає якогось базового відвідату, якоїсь определенної формули, яке ти вот услушиш і ти знаєш. Что... Именно так и никак по-другому. Но так, если подумать, то есть несколько факторов, по моему, по моему личному мнению, потому что э, я долгое время занимался с молодежью, был в молодежном служении, и как бы у меня есть дети тоже. Я сам э, живу в обществе, которое сейчас сидит в телефоне и знаю, что такое экранное время. Хорошо. Но почему многие люди не используют? Э, первое, мне кажется, э, часто твоя праздность во времени зависит от того, в каких условиях ты находишься. Потому что если ты находишься в условиях э, нужды, например, то ты будешь искать возможность, то есть она будет толкать тебя на определенные действия, которые ты будешь делать. Бывает наоборот, да, люди, которые как раз находятся в ситуации, где нужды особо нету, да, и родители ничего их не просят делать, они им ничего не дают, то понятно, что ребенок коротает время, там, или молодой ребенок, да, или молодежь, или там парень 30-летний, то есть коротает время в телефоне, смотря сериалы, потому что мир сейчас так, он готов тебя развлекать по-разному. По то есть он готов забирать твое время ценное, которое ты можешь тратить на развитие. Это первое, наверное. И второе, это почему люди вот э, свое время не ценят, да, особенно в молодом возрасте это, скорее всего, связано с такой ограниченностью мышления. Потому что люди, которые постоянно чего-то ищут, развиваются, ходят на какие-то курсы, что-то смотрят, что-то читают даже, там, читают какие-то литературы, которые их интересуют, эти люди не хотят тратить время впустую. То есть они его ценят, и они находят для себя что-то, то есть они находят какие-то мотиваторы, которые заставляют их постоянно двигаться и двигаться вперед. То есть и поэтому я думаю, что это тоже такая вот, когда человек широко мыслит, да, у него он знает там, Допустим, я в своей жизни увлекаюсь многими вещами. То есть, если у меня появляется минута свободного времени, условно говоря, я знаю, на что я потрачу. Это будет или на время проведения с детьми, или время провождения с женой, или я пойду на футбол, или я поеду с парнями покататься на вейке, или еще то есть, на мотоцикле. То есть у меня куча есть занятий, которым бы я занимался, если... То есть, и это, скорее всего, не будет то занятие, которое просто смотреть в телефон, как кто живет. Ну, от мені здається, що це дуже е, пов'язане саме ось якось свідомістю, з, е, з розумінням ось твоїх якихось дій, тому що от часто буває таке, що ти знаєш, що тобі треба робити. Ти знаєш, скільки в тебе на цей час, але ти все одно говориш, типу. Не зараз, давай ще півгодини. От що впливає саме на продуктивність і, наприклад, на твою продуктивність, що а, мотивує тебе до дій, що не дає тобі просто типу, ой, я хочу просто посидіти, нічого не робити, хоча б трохи? Це теж цікавий питання. Скоріше все, це зв'язано з моїми цілями угу. в житті. Коли у человека є цель, то він втратить всю своє, час, всі свої сили, емоції, енергії на досяження определенних цілей. И в моей жизни есть эти цели. То есть у меня есть компания, которая развивается. Поэтому у меня нет желания, то есть я иду на работу сразу, то есть это даже нельзя назвать работой. Я иду на работу, я жду, вот когда выходные, я заставлял себя, учил себя отдыхать на выходных, когда суббота и воскресенье выходные, потому что я долгое время не мог отдыхать, я все равно работал. То сейчас я научился отдыхать на выходных, но я жду понедельника. Я хочу идти на работу, я хочу рано проснуться, я хочу собраться, поехать на работу, потому что я знаю, что эта неделя будет наполнена многими приключениями, достижением определенных целей, результатов, где-то мы проиграем, где-то мы что-то научимся, но вот это все, оно тебя движет постоянно как бы двигаться вперед до да, достигать чего-то ну и наверное вот в моей жизни когда я только женился я женился в 20 лет то наверное это было вот тем мотиватором который послужил с 20 лет я стабильно начал работать зарабатывать и постоянно улучшать свое финансовое положение и вообще то как я начал жить свои условия жизни комфорт жизни то есть после того, как я женился, потому что в этот момент я понял, что теперь я не сам. И это не значит, что то есть, когда у тебя там есть деньги, нет денег, ничего страшного. То есть есть жена, нужно уже содержать семью. То есть появил, у нас появился сразу ребенок через год нужно было. И это все заставляло меня вставать по утрам, двигаться, не сдаваться, потому что я менял несколько профессий, занимался несколькими бизнесами. И с каждым разом я чему-то учился, к чему-то рос, к чему-то стремился, потому что я понимал, что сзади меня уже есть извините, ну, тележка, да, которую нужно тянуть, и там уже есть люди, за которых я отвечаю. И вот это все, оно дает тебе какую-то цель в жизни. Поэтому э... Статі, це хороша мисль, да, бо по до того ж то брак, якщо пральник нього підійти, він може бути мотіватором, хорошим результатам. Знаешь, або навпаки, хтось. Э, я напевно не говорю про християн, говорю про загальне, але так часто буває, що там хлопець одружується, потім розуміє, в нього дитина, і там відповідальність сильна, І ця відповідальність просто призводить людину до пригнічення, до депресії. І він втрачає ось такий запал, який був на початку. А, ти говорив про пристрасть в роботі, про те, що ти постійно хотів бути в цьому. Але от так буває ну, часто, що людина чимось запалюється, вона робить щось там на ентузіазмі і робить добре, але потім ось цей запал проходить і там, справа залишається незавершеною, і ось і так кожен раз. От як з цим боротися? Як зробити так, щоб запал взагалі не проходив? Чи це неможливо? Первое, это если есть люди просто по природе, которые любят э, заканчивать дела, вот они mm -hmm. не могут оставить брошенное дело. Есть люди творческие по природе, они наоборот. Вот у меня жена, например, я больше люблю вот задачу доводить до конца, и неважно, сколько это займет времени, я ее доведу. Жена у меня наоборот, она может слаживать вещи на кровать, там вывалить, начать слаживать, потом ей перехотелось, она ушла, и вещи могут два дня еще лежать на кровати. Я так не умею потому что я по природе человек, который любит вот заканчивать все свои дела, которые начаты. Но каким образом не терять запал? Например, я знаю, что если ты человек такой по природе, который берется и бросает на полпути, то тебе нужно себя окружить людьми, которые будут с тобой помогать тебе за заканчивать дела. Потому что я знаю, что в нашей семье я там свою жену всегда, типа, надо закончить, давай я тебе помогу, там еще что-то, чтобы этот человек заканчивал свои дела. То есть я где-то подталкиваю. И знаю, что люди вокруг, то есть они формируют твое понимание. Ну и чаще всего брошенное дело это иногда, возможно, связано с тем, что дело, которое ты занялся, оно не твое. То есть бывает такое, что тебя убедили, что тебе надо этим заниматься. А ты по природе человек быстро соглашающийся, не умеешь говорить «нет», и что происходит? Ты набираешь на себя кучу дел, а потом тебе приходится их бросать. И вот это ощущение, что у тебя много брошенных дел, оно тебя преследует. Но, скорее всего, у тебя не много брошенных дел твоих, которые тебе нравятся, а у тебя много брошенных дел, которые тебе навязали, что тебе их надо делать, и в какой-то момент ты сдулся. Вот ты просто понял, что там вроде бы тебя уговаривали, ты еще и шел, и шел, а потом в какой-то момент ты понимаешь, зачем оно мне надо? И ты такой раз и останавливаешься. И поэтому я думаю, что таким людям нужно, первое, это хорошо, вот, когда они за что-то берутся, осмыслить, куда это их приведет, зачем оно это, им это надо, это их дело или это чье-то кто-то им навязал дело, надо делать. Это раз. А второе, это, э, если уже взяться, да, то э, иметь рядом людей, да, каких-то партнеров, компанию, которые могут тебя где-то вдохновить и поддержать. Поэтому тут важно, вот, кажется, окружение правильно и плюс отношения, и понять, мое ли это дело и зачем я его вообще начал делать. Просто потому что меня убедили тренд такой. Там я много раз начинал вести блогерство в Инстаграме, начинал и бросал, начинал и бросал. И я думаю, почему я бросаю? Живу целенаправленный человек, я же могу делать. Потому что меня навя, ну как бы это навязано такое обществом, что это надо. Хотя где-то я еще внутри, возможно, к этому не пришел, и оно мне пока не надо, мне это кажется. Поэтому я его бросаю и совет даже не мучает. — А ну ну тебе в, в твоем Инстаграме, а, ну там не 10 подписчиков, это все нормально. То, самому також можно все бы развивать, за нелосичнее, что тебя кто-то с этой стороны. Да, иногда у меня бывает вдохновение. я сам пишу: а когда меня загоняют в систему, начинают говорить: там надо там каждый пост, там раз два дня пост, сторис, 10 штук на день. В этот момент меня это напрягает, и я как бы где-то не хочу это делать. Да, понимаю, что, возможно, просто пока я не вижу цели и смысла, зачем мне так часто это делать, да, но когда у меня есть хорошие мысли, я всегда готов им поделиться в своем инстаграме, поэтому подписывайтесь на меня. Ты начинал бизнес несколько раз. Ой, скажи, что тебе лякало, когда была первая спроба, и потом уже понимая, что на этот страх как бы не мав никаких подстав? Вот было ну, такое что-то? Да, было. Ну, как всегда, больше всего пугает, наверное, это ошибка. Ты боишься ошибиться, ты боишься сделать не так, и ты боишься попробовать, а потом скажут, вот он попробовал, и у него не вышло. И вот это чувство, оно, наверное, потому что мы все живем в мнении других людей. То есть нам важно мнение, как бы мы этого не хотели, то есть мы прислушиваемся. И большинство людей в своей жизни ничего не пробуют по той причине, что они боятся, что они ошибутся. И кто-то скажет, а, видишь, у него попробовал, у него не вышло. И, наверное, я, когда начинал, у меня был вот этот страх, я помню, особенно когда я э, купил интернет-магазин, мы вложили много денег, мы продавали, и потом мы его закрыли. Mm -hmm. То есть я, у меня были грандиозные планы, я там рассказывал, как мы хотим его развивать, а потом мы его решили, там с партнером не сошлись, и решили просто закрыть, просто похоронить этот проект. И первый раз на тебя сказали, а, у него не получилось, а дальше уже ты уже не боишься этого, потому что, ну и что, то есть ты знаешь реакцию людей, но самое важное, что... В этом всем. Я вот для меня, у меня такая философия жизни выработалась, что не бывает неуспешных проектов, да? бывают проекты успешные и исследовательские. То mm -hmm. есть по сути весь, потому что то, что ты делал до этого, это дает тебе очень колоссальный опыт. То есть тот опыт с интернет-магазином для меня до сих пор ценен, и я пользуюсь выводами, которые сделал тогда до сих пор, и понимаю, что он позволяет мне сейчас сократить еще больше ошибок. Поэтому, в принципе, каждая попытка дает нам определенный опыт. И мне нравится, как говорит Джефф Безос, он говорит классную штуку. Он говорит, что есть успешный провал. Что это значит? Это когда ты что-то попробовал, провалился, но сделал очень классный инсайт, вывод, и знаешь, как теперь не повторять этих ошибок. Вот поэтому не бойтесь, пробуйте. Это реально работает. Да? Чем больше сделаете ошибок, тем больше шансов, что у вас следующая ошибка уже будет намного успешнее, удачнее, и у вас все получится. Просто главное — робить эти выясновки. Точно, висновки треба ділянка 100%, тому що у нас в, в українців, є така штука, да, от, е, ми наступаємо на однієї грабли, да, і там умний человек взяв і їх, да ми утром виходимо, опять вони нам б'ють полбу, і ми раді, що їх не украли. Да, Важно учитися, особливо на своїх ошибках. Это прям must have. Якщо до натхнення, а ти чекаєш, поки воно прийде, чи ти сам його шукаєш? как есть пословица «под лежачий камень вода не бежит», так, мне кажется, и вдохновение от безделия не придет. То есть оно приходит обычно в работе. То есть много вещей, которыми я сейчас занимаюсь, они... То есть я не знал, что они мне нравятся. Я не знал, что я хотел бы этим заниматься. Просто я брал это и делал, и в какой-то момент я понял, вау, классно, я бы хотел этим заниматься. Каждый раз, когда я иду на какую-то учебу, там, связанную там, с работой или со служением, там, я учился и в семинарии, то есть я и шел-то не потому, что я чувствовал вдохновение, что это мне прям очень надо. Я и шел, потому что где-то я понимал, что это мне надо. Но в процессе обучения я знал, что получится, если я буду хорошо это делать, то есть вовлекусь в процесс, мне это понравится. Так обычно и происходит. Поэтому вдохновение это такая штука, она не появляется ниоткуда, она обычно появляется у людей, которые что-то делают. Знаете, когда часто говорят, там, вот, Марк Цукерберг там в там в 16 лет или во сколько там сделал Facebook, да, в 16 или 17 лет, ну в раннем возрасте, там или э, Стив Джобс там не закончил учебу или там Билл Гейс да. там тоже рассказывает, но то есть почитать их биографию, я читал их биографию, и был в шоке, сколько всего они делали с раннего возраста. То есть сколько попыток, сколько всего у них было. Это люди, которые постоянно что-то... Они не вот так вот сделали Facebook. То есть не пришла бы там гениальная идея, если бы этот человек не был умным, если бы он не развивался, если бы что он что-то не пробовал уже. Поэтому обычно это, то есть такое вдохновение, идея, какая-то самореализация, она приходит у людей, которые что-то пробуют, ищут и занимают активную позицию в жизни, а не которые ноют на жизни, говорят, что все плохо, в общем, мир это зло, и надо обязательно срочно попасть на небо, а там все будет классно. Поэтому вдохновение надо искать в работе обязательно. Поэтому я всегда молодежи говорю, что у вас, когда ты учишься вообще там, с, не знаю, с 12 лет до 20, пока ты учишься, у тебя есть глобальный кусок времени, когда ты можешь попробовать все в жизни и разобраться, что тебе хочется. Потому что у тебя обычно после учебы остается время на что? То есть на почитать что-то, пройти какой-то курс, поучиться. То есть люди тратят это время, а потом в 20 они думают, чем я буду заниматься. То есть что я буду делать в 25? У меня семья, я еще ничего не сделал. Потому что то есть время, когда у тебя была возможность учиться, ты чем-то занимался непонятно, в телефоне сидел. А теперь, когда тебе бы уже нужно было бы что-то делать, и знаете, ты только начинаешь искать, что ты хочешь. То есть, и вот это, мне кажется, проблема нашего времени, молодых людей, что они в 25 еще не понимают вообще, что они хотят, и в 30. Они вообще где-то летают в облаках, в мечтах каких-то. То есть, они не пробовали ничего, они там только мечтают о чем-то, потому что они как бы пропустили вот этот период времени, потому что ты же уже, когда ну, выходишь в взрослую жизнь, нужно работать. А ты идешь работать, и тогда уже времени учиться что-то еще сложнее становится, потому что у тебя больше обязательств, ты уже взрослый человек, ты уже часть общества полноценная, тебе нужно там, если есть семья, содержать семью. То есть и ты в круговороте уже сложно. А когда ты учишься, у тебя вообще золотое время. Ты отучился, ушел с пар, все, гуляй себе, делай там, ну, сделай какую-то домашку или еще что-то, все, у тебя куча времени, потрать его хотя бы час времени в день, трать с умом, и ты к 20 годам точно будешь заниматься каким-то своим делом и уже зарабатывать деньги. Просто це ти сказав, типу, що ти можеш займатися будь-чим, ти можеш робити все. Але дуже часто, коли коли тобі говорять, ти можеш робити все, все то, типу означає нічого, тому що ти не знаєш, який напрямок тобі обрати, куди тобі піти, що ти можеш. Ну просто в більшості молоді, яку я знаю, там до років 20, навіть я сама ти не знаєш, куди тобі треба йти. Типу ніхто не може тобі цього підказати. Правильно, Ты поэтому сколько? я бы сказал, что я сейчас как раз говорил всю эту речь не, как раз не о том, куда поступить учиться. Потому что я, я буду своих детей отправлять учиться. И не знаю, правда ли будет в таком формате учеба там, через 10 лет, но я буду своих детей отправлять учиться там, в институт. Хотел бы, чтобы они хорошие закончили институт. Но Суть не в том. Суть в том, что я сейчас говорю больше о проф какой-то ориентации, я курсах. Расселиваю. Потому что учеба это как таковая. Мы же знаем, мы ходим на эти пары и учим то, что никому уже не надо, то, что 10 лет назад уже устарело. Да мы сейчас, молодые люди, у нас мы живем в мире, когда он карантин, короче. Сегодня одно, завтра второе, послезавтра третье. Так. И у нас нет стабильности, нам не нужно такое образование. Но я, ну, вернее, оно нужно. Оно дает базовую дисциплину, мне кажется, больше. А хорошее образование оно еще дает э, хорошие, как бы тебе навыки общения с людьми, а и вступиться, да, в связи какие-то, но вот курсы, достаточно сейчас пройти там курсы 3-6 месяцев, быть в чем-то специалистом, уже зарабатывать деньги. Когда ты учишься, я в семинаре, когда учился, я уже в IT работал, я учился на стационаре, приезжал на сессию, но я будучи на сессии зарабатывал деньги. То есть я не сидел, я не сидел на сессии, не думал, что теперь, если я на сессии, то есть я ничего не зарабатываю. Не, у меня параллельно, у меня постоянный был заработок стабильный. То есть я ездил на учебу, я знал, что я могу там себе позволить все, что мне надо купить, потому что я уже до этого делал кучу работы. То есть это же как процесс, я не... Жатви. Тобто, чим раніше посієш, тим раніше будеш пожинати. А зараз в більшості людей а, є ну, в житті дуже багато важливих сфер, а, які ми маємо ось так м'ячиками. Там, наприклад, є твоя робота, є твоя сім'я, наприклад, є служіння. І це все сфери, які дуже важливі, які є великою частиною твого життя. І ми можемо просто в якусь якусь одну сферу зробити головною. А на другие сферы как бы забывать, как э, берегти этот баланс и как ты его бережешь в своей семье и вообще в своем жизни? Я как бы раньше тоже всегда рассказывал про баланс, баланс, а сейчас переосмыслил это все, mm -hmm. потому что, как такового, в природе вообще баланса нету. В природе нет ничего идеального, ничего ровного, то есть нет такого, чтобы вот... И я отношусь к этому так, то есть есть три важные сферы в жизни для меня. Это... Бог, это семья и это работа. То есть все эти три сферы, они для меня важны, потому что они меня развивают. Это то, что я ценю, то, что я люблю, то, что я хочу. И вот как происходит, например, у тебя есть три ребенка в семье. И ты такой, вот надо с каждым из них равноценно пройти время. Но как происходит? Один из ребенок, например, заболел. И ты понимаешь, что сегодня по расписанию время второго ребенка, но ну, я должен уделить время первому. Правильно? Потому что он заболел, у него есть то есть и по сути я так и отношусь к работе. То есть бывает момент, когда я понимаю, что в работе начинается определенная запара, то есть мне нужно с головой вникать. И я прям прихожу домой жене, говорю, я следующие две недели там, или месяц с, там, с 9, 6 до 9 на работе, то есть прошу меня отпустить и буду поздно приходить домой, то есть не дергать, потому что там нужно много чего сделать. Жена говорит, да, хорошо, все, я поняла. И я помчался, и дети мои знают, как бы я в работе. Наступает момент, когда там все хорошо, я понимаю, в семье нужно уделить время с детьми провести, куда-то поехать на отдых. То есть я оставляю работу, оставляю и еду с детьми. То есть, да, отдыхаю. Бывает такое, что я понимаю, что в служении. Например, что мне нужно в служении сейчас погрузиться, потому что там, я молодежным служением долго занимался, куча проектов. Там бывало такое, что проекты мы готовили один за одним, там городского масштаба, и приходилось э, как бы готовить их месяц. И я говорил, что там, работа стоп. В общем, дети со мной всегда обычно в всех проектах по служению. Детей я с собой забираю там и готовлю эти проекты по служению. Поэтому я же говорю, баланса как такого нету, просто есть э, правильное понимание, где сейчас нужно правильно тратить время. Куда мне нужно фокус внимания. Ради чего, опять же таки. То есть работа я не делаю ради того, чтобы больше работать. Я делаю ради того, чтобы наладить и иметь опять свободное время. То есть я иду в работу, поражаюсь, делаю определенные действия, да, чему-то учусь, нанимаю консультанта, мы что-то налажим, и все. Я понимаю, что теперь у меня времени стало больше опять. Я могу уделять теперь всем по чуть-чуть, там, приехать на пару часов на работу, там, вечером быть в 5 вечера дома уже с детьми по пойти погулять где-то в парк, и понимаю, что у меня есть время для служения. То есть, потому что, ну, я где-то вот, Понимаю, что для многих это может звучать как отмазка, потому что можно сказать, у меня сейчас 5 лет жизни, только работа, и все выкинул из жизни. Нет, так не должно быть. То есть большие отрезки времени это точно не оговаривается. Но если вы целенаправленно знаете, насколько вы хотите вырваться и вернуться, это, я считаю, правильное распоряжение временем. Питание финансов а, и христианства – это такое всегда сложное питание, потому что ну, очень часто бывает так, когда люди идут в бизнес, и когда Втрачають баланс, як я говорю, то проблеми починають виникати саме з відвідуванням церкви з, отношениями з Богом. що ти про це думаешь? Что я про это думаю? Думаю, что Бог Библии больше всего говорит как раз о том, что материализм, и наслаждение, которое люди получают от определенных финансов, то есть они дают тебе больше возможности что-то покупать, ты наслаждаешься этим, купаешься. Оно как раз, когда Бог говорит, не можно, нельзя служить Богу и мамоне, да, по сути он ставит на весы финансы, то есть тягу к финансам и тягу к Богу наравне. То есть он говорит, что тебя будет тянуть как ко мне, да, так и к финансам. То есть это такая сильная сторона материализм что она тебя будет уводить. Поэтому э -э я думаю, что даже многим людям вот меня спрашивают, я пробовал там сто раз вот это, вот это, как-то не идет, Бог не дает, не пускает, какие формулы успеха. Я говорю, возможно, Бог не дает тебе, потому что Он знает, что ты не справишься с этим. То есть чаще всего происходит, вот я помню, когда мне было 25, я не мог зарабатывать больше определенной суммы. Что бы я ни делал, я тратил кучу времени, и вот если я вроде бы мне казалось, вот сейчас в следующем месяце будет больше, то где-то я терял, и оно все равно получалось на одной и той же и я не мог понять почему. А сейчас, когда вот мне уже там 31, я оглядываюсь назад и понимаю, что, скорее всего, я тогда не был готов к этим деньгам, которые я хотел зарабатывать. Mm. То есть я морально не был к ним готов, и, наверное, я сделал много ошибок. Поэтому я верю, что Бог дает каждому вот по готовности, да, и деньги могут быть как благословением, так и проклятием. То есть кого-то они могут, наоборот, открыть двери для дальнейшего служения, роста, там, помощи, да, какой-то, а для кого-то они могут быть... Проклятием, потому что этот человек там начнет гулять, выпивать, там изменять, это почувствовать себя кем-то да, как бы, то есть это будет питать его гордость, то что он имеет. Поэтому есть такая проблема и она будет всегда существовать. Но скажу, что как в этой да, притче то есть какой волк побеждает, да, белый или черный mm -hmm. тот которого я кормлю. Да, вот поэтому я же говорю, если у тебя хорошие отношения с Богом, если ты не только работаешь и в семье, а еще и служишь, да, если Бог для тебя ценностью, если ты в церкви тратишь время, то это будет легче. Когда у тебя только семья и работа, а Бог это как приставка, но когда ты начал много зарабатывать, то ты все меньше и меньше времени, куда ты где-то воруешь. Именно в церкви у Бога ты уже такой раз в недельку залетел, если повезло в церковь, и все. Поэтому я думаю, что еще помогает служение, подотчетность, когда есть наставник духовный, который вот, особенно в финансах. Потому что Бог здесь, вернее, дьявол атакует через финансы очень сильно. Да? И вот, мне кажется, сильные отношения с Богом они залог вот такого успеха, да, как бы и финансового, и духовного, но то, что людям, которые имеют финансы сложнее, я с этим соглашусь. Соглашусь, что финансы порождают еще больше искушений и соблазнов, чем у людей, которых их меньше. Дякую, их, и дякую всем, кто смотрел это видео. Мы говорили про баланс и про то, как правильно распределять час в своем жизни. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить нам лайк. До встречи наступного следующем thank you